Я почему-то думаю, что если долго очень мучиться и выбирать, то ничего не получится. Эмоции были просто отпраздновать, переварить это немного, попытаться утрясти это в голове и думать, что с этим делать дальше, и собираться в Москву. Выигрышную сумму потратил на улучшение жилищных условий. Переехал из однокомнатной квартиры, приобрели двухкомнатную. Некоторые говорят, да не, наверное, невозможно, это все это ерунда, вряд ли. Но я говорю, ну вот, живой человек стоит перед вами, в общем-то. Мне кажется, удач маленьких не было, потому что они в это время аккумулировались, чтобы в виде одной большой удачи прийти. То есть она не разменивалась, одна большая удача на маленькие. Надо играть, и долой недоверие, и просто надо что-то перешагнуть и попробовать просто. Нельзя выиграть, если ты не покупаешь билеты.